День, который не принес оптимизма. Волонтер решила вопросы приюта лишь отчасти. Сегодня, как и договаривались, пришел мастер для ремонта плиты в сельский мини-приют Людмила Чернецкая. Что может волонтер сказать? Настроение ужасное. Как озвучил цену, женщина чуть не упала. Волонтер предполагал, конечно, что у нас сейчас все дорого, но чтобы настолько. За ремонт и новый блин она заплатила 8300 плюс еще 1000 дорога. В итоге женщина отдала всю свою пенсию за один раз. Вот интересно, как можно жить вот с такими ценами? Ведь если что-то поломается, самое элементарное, без чего и жить-то не может, не то что приют, а даже обыкновенный человек, отремонтируешь и на этом все. А потом сиди целый месяц голодный, так, наверное, получается. А еще есть газ, свет, вода, и это только самое необходимое для жизнеобеспечения. Духовку сделать вообще не получилось. Полетел переключатель режимов, который стоит от 5000 рублей. Плюс работа и опять-таки дорога, и это тогда выйдет тоже около 10 тысяч. Ну, спасибо. То есть Людмила, конечно, иногда печет хлеб для животных, особенно зимой, но сейчас, к сожалению, таких средств у нас нет, да и, думаю, не будет, так что будем без духовки, хотя очень жаль. Несмотря на то, что плита у нас почти новая, состояние ее на самом деле не очень. Так объяснил мастер, сильно она перерабатывает у нас. Так что надо быть готовым, что долго она у нас все равно не прослужит. А Марсик отвезли в клинику, уже прооперировали. Сказали, что отходит от наркоза. В пятницу поедет женщина, возможно, будет даже его забирать оттуда. Операция обошлась больше 6000, плюс стационар и медпрепараты. Как волонтер и думала, это тоже около 10000 рублей. Чек уже будет, когда она заберет котика, возможно, появятся еще дополнительные траты. В общем, сегодняшний день как-то испортил настроение окончательно. Все средства улетели со скоростью света, а проблемы и нужд в итоге осталось еще куча. И вроде бы все запланировано сделали, а вот настроения нет. Друзья, волонтер бесконечно благодарна всем за поддержку. Без вашей помощи мы бы ни за что не смогли пережить все наши напасти. В приюте более 70 животных, и нам всегда нужна ваша помощь. Очень нужны корма, как сухие, так и мягкие, десредства, сухари, тушенка, паштеты, крупы, макароны, подгузники и пеленки. Мы будем очень благодарны за любую оказанную нам помощь.